Хлопзе, кое фиржа информация дыратора хамшипшара. Уахах дыратора чем. Алхрат комиссия хадаханбею батал тапахуа журналист верза пресс-конференция мяпиги. Асахе тыхви Александр Семенцов и Гуалар Хюрес Готвиргакца атитапс на сахе тыхви тверит гыла зал хадача. Яцы гудоута я атита шахмата завилар бжарапе фестиваль гудоута опен. Апснахада ялхра куркон за вямш шибжо, алхрат комиссия хадаханпею батал тапаго, журналист сверзе пресс-конференциями пигит. Вахуа журналист сверзе и тегит алхрат тыпхада куркона, че зыгатара кошуме пусвапым. А пресс-конференция че чтыхани раубас и назыццо осия, куи раубаса кандидат сверхон пианапш сверхабхедзара ац цари рыззаатква. А пресс-конференция хон пинецахуан цамта, фяхопшит фюлшит, яйвах дыратра курчам. Апснал храд комиссия хадахнет пизларц хазал, апснахада ял храме по гравям и шибжо, август вяфер зал храд тыпку загирхны к наха налхуй тверсия. Ахо пял храд тып хадаю бы пял храд тыпахны к нархахи талхуй тверсия загирсия. Уве комиссия лохула свернапала куб дара и яшу и яша моэлкара. А ты глаза ща басу пишуху ахо пяк пял храд тыпачги. Арат пял храд от комиссия корна пхгайтфя радио корыла дара усырвует апснахада ял храза закуан и накурхену. Мы списки получили в конце июля месяца. Все члены участковой комиссии были прекрасно отозваны с отпуска своего заранее. Они проработали эти списки по своим микрорайонам. Плюс еще была перепроверка всех списков в домоуправлении, вместе с сотрудниками домоуправления. Приблизительно где-то 80 с чем-то с лишним людей были исключены из списка. Это или перепрописавшиеся, или умершие. Это на основании данных домоуправления, конечно, в большей степени. На сегодня, значит, списки мы уже в уточненном варианте вывесили. У нас это составляет 2603 избирателя. Из них по ходу опять-таки мы работу свою продолжаем. У нас на сегодня опять мы обнаружили с помощью, конечно, избирателей или сами вот по месту жительства. У нас уже 8 умерших в списках, потому что эти списки же в конце июля мы перепроверяли, а за это время кто-то перепрописался, кто-то умер. И выдаем открепительные талоны, уже трое у нас получили. Нормально, участковая комиссия работает с 9 до 18 часов. У нас никаких, мы готовы к выборам, у нас нет никаких проблем. Ну, наш участок номер один округа, номер 4, как согласно закону о выборах, мы за 10 дней, 16 числа утром уже вывешены списки избирателей. Ну, как вы видите, вот по этим спискам идет обработка списков, добавилось кто-то и приходят, люди спрашивают, что-то уточняют. Мы нашли человек 10, которые оказались ошибочно, это механические, которые умерли, к сожалению, не дошли, не дожили до сегодняшнего дня. Есть, которые повторяются, там разница в имени, в буквах. Мы вычеркиваем и заверяем печатью. Так люди готовимся, сами видите, фойе, где будут проводиться выборы, готовится, идет ремонт. Я думаю, что все мы успеем и будет организовано. Организовано дежурство членов комиссии. Если кто придет до 18 часов, получит ту информацию, которую он хочет получить. По сравнению с прошлыми выборами списки? Списки увеличились. Списки увеличились. Это связано с тем, что многие прописались. Было 1300, сейчас не помню точно, прошлых выборов президентских, а сейчас у нас 1652. Ну, еще за минусом уже человек 11, вот 1641 человек на сегодняшний день по списку. Апснахадей на подзаконный закзон, укзарашбой на пиздею за успхала, а музыка тказара ржирахна, и лагала дуаза, пснас шапсаз артист фаха тарпхидзейхцо, потар ферзба. Учитывая свои дохуаны растяжившихся корах, я думаю, что имя посвохты скоро их не как и бак дрзат глыд корреспондент Арифа Кабба. Арифа, хабзадзирует. Итабу Палхас, Хлубзеко. Франция и Германия рхадача Николя Саркози и Ангела Меркели яхутаны рыбхезует Европа за экономика тайхабыра айчкара. А реюза хамта казан айтулак рхадача рейпылраджа. Аналитикшы ишазгуарту ала Меркели Саркози рейкушара аформал тказша аман. Европа аджирмиге куэ азыпшыз ацхырара ақазара Германии и Франции макяназы языкхедзам. А кипхаджа Германия и Франция рхадача рейпылара лцшадахит хюзхю анзам тако. Черцы.
Иран акушахатхит аядер программа за айтшавера кархатсеркра. Аревиза хамта кайтит Ирана хада Махмуд Ахмадинежад урыстула ашартадарат хейлак амазановка Николай Патрушевиярый аней пылуз. Аядер программа за урыстула иханацу авиалагалаку харадара гуахурыла яхадахкылуид хазгуайтит Ахмадинежад. Иране урыстулы русы дзура янагуд регион адуней руапсыра ирзуфейдопхя. Урыстула ахатарна гэзгуайтит Ирана зин Шаму атом функция атынчха корзы ахар хорызы. Ишуга алахар шойд, урыстула Иран ахатва интерес ко Шаму, айгуа Иран пи акалык бушер, иргылан айтулак эйсер зейпшу атом функция станции. Венесуэла Хадауга Чавес ателюхопшала и тула уапсыра рахабхара кайтет, уяртный хейт ацухтан пи амтазы, яра имау акиба чима заразы, ачухуштурат шахысуа. Ахаубриан уя уапсыра ауградиргет, яра ихы дауггуот шуху, наски ярласны и на панцухараны рынок зарах дырвегих чесуа. Уимау Чавесы хейт, яра игуиштоу, яйву ашукс декабрын зазы, имепысран игу алхраква ихы рыларухра. Яхазия сгвартас, яхта хазабар табибш кварол. Это бупарифа, ошта хазыхан хуйт апсними пызу захтас кварах. Апсни урыстулыр археолог шаларухна тварчал яхятан ква джантова хаблачы имя пыргуйт апсыжурта тыпкварыт царакуа. Мызгы ялаг дзандарарага рыбшахейт ахахи яйхи яджаз ярылхна матаркурацвена. Абжибжацарцойт корреспондентшу. Особо приятно, что археолог то усырвуешьте, рахом низок шук сарабхаб сажерта тупный яган. Усхана уйдены в слаги псубы арахорцу илахена азлочек нархаван. А нывис ам такой канабжислак абью копычна и фюз ама такой аныф яртун. Уй винтны ажраха яштан. Усхан джентоу ахабла акша мукша ауа абсыр анхон. Ах археолог то макяна уя тупка тырымцацква и анхойт. Яхады раха кукыла абарта псажерта тупка рыцара мепыргуйт. Уанза апсны а наука че яхамбас яхампихем шатсыз ичцу ама тохко ичцу ацвичигква ичцу ай бишигма тохко уха и выпшума япшит хаклото пача и уже хазжу абнта хвизва коллега цвяхизва аам тасяца накует ахубати апшибати шишкса хахира алансапи аам тасяца накует хухтага хёб айбати шишкса анза ина зоги. А жак лохоза юниски виш, юниски пшиш, юниски хушкса анза схыцва ама тухко хапшауит. Сынта хаха экспедиция че аус хацызваза айгуицит Словакин пи иқанна студентша, аспирантша Словакин пи убысипшы урыстулан пи ивыпшымы акалачкуи ивыпшымы наука центр ху анпи яна ус хацызваза хацызва ихаги аус урыхчуб. Евгена Кадалес Кости, переломанные кости сразу 10-20, может, 30 людей. И вот уже ямы кидались и вещи. Вещи совершенно разнообразные, мы еще вам их покажем. Это и украшения, и оружие, и все что угодно. Конечно, эти вещи были разные за это тысячелетие. И вот именно динамика изменения материальной культуры этого населения, она очень интересна. Кстати говоря, по этим вещам хорошо видны и связи, которые имело местное население с племенами, живущими на Северном Кавказе. Связи были очень интенсивные, тут недалеко находится перевал, и я думаю, что связи даже были более интенсивными, чем сейчас. Очень много вещей, которые находят свои аналогии, находят именно там. Но одновременно очень много и импорта из других стран. Например, импорт из Греции, керамика греческая, античная керамика. Это хороший датирующий материал, позволяющий нам дать более-менее точные, уверенные даты для найденных здесь вещей. Сейчас ставится вопрос о том, чтобы спустя, может, год или два, готовить опять же к изданию монографии, посвященной данному могильнику, где будут опубликованы найденные на сегодняшний день. Мы с Гавилы с наимаджи мирып шахуи халых, куэ джаз лых, куэ айм хуцкую ха, апсу музеяча, апха кайцир ргаша рачу. Шахто, ау садгула не шахто, и нахки пхилакаштехи, нас зиги ягут апсу хандхарат музеяхи, апвачка зиги галойта фондача и кухана, нас экспозиция на ахцава,
Арака усу археолог су распылан биауи ищи фышуксуб, дара айндири сырзацу пиме пыргу ауускуа. Ари экспедиции хабарка дичу бояжу куарыла сэнтопи рыбша араку игершта шукскуа и узрыткылу. Хабхадзе рыбша ах куапсны, ацухтун би авяшкускуа и пша замгуни ан, уви сэнтопа и хаукчи диза. Хаукчи зуеб хаскуи заанагава, ак абни езэкны, еха азабасы зиги езэкны, тупка аништатул шуя баси пшиха азы, Ямпехешина, Иштахрина, Сигиян, Хазиги, Насе, Атпара, Наусува, Анижба, Зобишова. И Ешен, и Чесуб, Хауи, Пхазух, Пихам, Тазух, Анижба, Обсуви, Пот, Идзу, Анижба, Пшел, Хнига, Цо, Аквата, Саха, Зитана, Саха, Куазмо, Анижба, Куштахума, Цухо, Штахума, Ахахахахин, Пи, Апшнеоп, Абаси, Пшнес, Саха, Зну, Аси, Пшио, Апшах, Апсны, и Апшсам, Зуанза, Апснагум, Куницеги, аналоги Много бронзовых и железных вещей. Это предметы украшения и вооружения. Это, наверное, около сотни бронзовых браслетов, более около 20 бронзовых фибул. Одну из фибул я держу в руке. Эта фибула уникальная. Таких фибул найдено всего, считая эту, две. И обе найдены на территории Абхазии. Смотрите на ее ажурное оформление, и к ней подвешены подвески в виде птичек. Вот одна из них сохранилась в лесу. Вот. А вот, посмотрите, это подвеска в виде барана на цепочке. Вот такое украшение. Все эти вещи были сложены в одну большую кучу и были извлечены нами. Сейчас будет делаться реставрация этих вещей. Конечно, очень многие браслеты поломаны, требуют реставрации, требуют консервации. Это касается и железных изделий. Например, вот железный топор. Таких топоров тоже найдено довольно много. Макяна Джантуа Хабла, археолог Сва Аусуруит, Мчевчкуа Крышта Харьета Панрыжуит, Хабхака Веп. А сахетыхи Александра Семенцова и Балар Ферезгу от Сергок Цаатит, а псна сахетыхи Чарейт Гла Азал Хадачам. Арах Ахопши и Барт Силшай, это чеханцев Александра Семенцова, Кыршук Сарвинус, Хаус Дивул за Усум такое. Урти уз Сюргой от Сюнырра, Кау Дархоцвой, Дарахар Хартала, Тематика Лейтабау, Ихопа Натюрморт, а чеханца Асахе. Ачырга уцар траягу минутку агру, макяны тачу азал дюняла на цзам, цикы досаха квадрухоп швадайвит Елена Семенцова. Лара чацнал хазы, а алартует лаби усум такорцака, да отгылит ул портрет ачапхаге. Арак Елена лхыцу бишук сару, пахаларип зени лгуалахюйт лабдан чейхваз. Я жила в режиме своего отца, потому что тут же он писал, тут же он яйца варил для того, чтобы мне покушать. И это все было как-то очень взаимосвязано, поэтому эти работы... Они являются как каким-то таким моим окном в прошлое, окном в этого художника Александра Семенцова и окном в ту эпоху, которая осталась в 20 веке. Александр Семенцов ирчарапи и пстазарапи мюя язгна, а сахар кырапим так мамзарге киносценарий абцарал шуит. Я радиет керчакала кечет хучаха, са сахетых рабзи и шибус гейт сбойт, а физика цари напал и кырц. Кыртылапя университета чацарана хирук шанаев зейв шуксарюнец хаусиван и экспериментал по физика ганахалаху. Убриан я они жвом из атохраге. А чухан за каза рейцун эйцер дыр васахатых и Василий Шухаевичо. А каза и стиль аша угылара чаныр рана тейт, а ве жап яшу шуксала гамта за сахатых рату каза ра Европа пи ахархар таку хизишту, а импрессионизмы, а постимпрессионизмы. Он выбрал для себя вот этот период в истории искусства. Это, я думаю, так импрессионизм, постимпрессионизм, экспрессионизм. И очень органично вобрал в себя, потому что это не имитация и не подражание. Это абсолютно самостоятельное творчество, абсолютно самостоятельный почерк. Александр Семенцов сахатых юге хасабала с хазараю и таказарит мёда на ныла на хыз. Яра и усум токуирега в музее курцирга бзакуирыл обдей цирдырвайт Франция, Германия, Санкт-Петербург, Апсна. Это 70-е, 80-е года. И поэтому он очень хорошо представлен в нашей картинной галерее. И вы знаете, даже вот когда Лена Семенцова, его дочь и
куратор выставки, она когда собралась вот эту выставку проводить, уже было очень много предложений, потому что в частных коллекциях у нас в городе очень много его работ. И мы подумали о том, что просто можно было даже заполнить и малый зал, и сделать выставку еще шире. А крышу Ксения Панкылан, Александр Семенцова, Усиван, Хпила, Джейцурга, Гуцухани, Вяусум, Тархабхадара, Чихуб, Ахва, Сахакуа, Мдыршарыма, Мамшинапшахи, Хпила, Гиртатыпшдаракуи, Александр Семенцов, Бзии, Бон, Ювиз, Шарзатыхра, Урти, Усум, Такуа, Ритарахамтас, Яра, Бзии, Бон, Апсна, Дазышахуин, Уяпшдара. Вот я надеялась здесь увидеть одну картину, которая называлась «Сухумская набережная». Она была просто бесподобна. После дождя. И это ощущение свежести и в то же время вот от испарина, которая от асфальта, и все это, и там коляска, и пять колес, и мы с одной девушкой спорили, она там приверженница была очень соцреализма, и она говорит, почему пять колес, у не бывает у коляски пять колес, Саша доказывал, ты понимаешь, это вот такое мое впечатление. Вот это вот весь Саша, он весь был очень эмоциональный, он очень творческий, он очень тонкий, он, конечно, как любой художник, хотел, чтобы его признали и хотел достойного признания своего искусства. И на самом деле он великий художник. Аказа Рахима Забзия, Борей Джабай, Рыбзурана, Александр Семенцов, Япитит, Хабхадзара Рачала Усум, Такоуртри Харек, Блит, Апсо Кыртут и Башран. Аказа Хатала Бьяцурга, Куцакоми Пигахян, Лион, Гамбург, Берлин, Франкфурт, Акалаки Курчо. Автор Исаха Куцахуб Хатала Пи Акалекция Курчге. Я здесь чувствую себя как дома, потому что я на родину вернулась не так давно, и, конечно, сразу же возникла выставка сделать, идея сделать выставку, папину выставку, но было очень сложно работы поднимать. Но когда я пришла в его мастерскую, стала вытаскивать вот эти все работы из архива, я понимала, что вот эта жизнь, вот эта эпоха, она сохранилась в его работах. А натюрморт, аджиханца, графика, портрет, артахархарта кузигрелок, дзеразлшоха бьючида змуйоб, аджирга куца артуай кглазинаточная сгвардит, асаха тыхой дочакела мящу и напкымта, яраилшон, а стиль курейла дзвера. Сейчас я еще раз смотрю на его работы, я понимаю, насколько он все-таки был цельный, как художник вообще. То есть у него мировосприятие было, восприятие художника, и он жил так. Александр Семенцов и Пстазара дал те дюнузики хубашук сарзы Санкт-Петербурга Акалакяч. И рухой та саха тыхви Пстазара дэнал тлагяч тахоп хай нёваз хатара. Уйш яш обшак зургочер пшыган духуб Александр Семенцов. И арайтыш он талу уж саха тыхви шак дургохан и псан тазге. А цырга гуца я таарц тахузи гирзуя артуб август вежиш банзам. Гудаут опе пшарта юны Черноморицах не атит, а шахмата зашлар бжарат пе фестиваль Гудаут Опен. Шахоп шуан пех корреспондент дыхай за занцамта. Из года до башахмат фестиваля Псна Опен ме писуште ашук сэшсва. А хауи рабхязаку на сэнтов Гудаута Элейчкахла. Сэнтовы рхала друхтыни жуйки нарихана спортсменча. Урта рабхязара чихоб дуней хнеется дружла бжарат пе гроссмейстерчаги. У бардервачку в Брестула чемпион Александр Ластин. А турнира Артрану Ялухузи Пхазайрыдны Галите Шахматы Запсна Федерации Хада Константин Тыжба, а Чарри Спорт Вервус Крызук Дота Пехала Кайхаба Джерна Збения, а Пщерцы Юны Черноморец и Напхкаю, Вилар Класса Змуа Спорта Схаза Рач Худаба. А турнир Халадыр Хусрылшу Дарбин Залаги Стаху, у Басарака Юхмару Загидри Цбу, Хушек Сысхызу и Снатарзенба. Георгий Топчан Ягузер, Пщенев Юхбашукса, Дертесхей. На первый турнир уже приехали с Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Тюмени, с Алтая. Есть даже чемпион России 2002 года. Для очень много участников с Абхазии, и в том числе и в Гудауте тоже тренеры работают. Главное, что это опыт, что дети набирают этот опыт. Да, дети набирают опыт, играя с такими известными шахматистами, и у них есть стимул для дальнейшей работы над шахматами, для самостоятельной работы, для роста. У них есть, конечно, большой стимул. А турнир Яхопшу за Ростов для Федерации Хюнткара Дума депутаты Цхарай Борис Нагопи и Эзгойти, а пста шахмата Чарабзия Шаму. Сегодня дети вовлечены практически в каждом районе. Благодаря этому турниру Абхазия Open шахматные турниры у нас проходит во всех регионах Абхазии, практически. А в Гудауте сегодня пришел большой шахматный праздник, потому что по такой классической системе, схеме игры, как сегодня проходит,
проходит турнир, это впервые проходит куда? Дети, что дети играют со взрослыми, да? Да. Маленькие дети, буквально второй, третий, пятый класс, играют с взрослыми квалифицированными шахматистами, получая ценный опыт игры. И вы правда являетесь капитаном сборной Госдумы Российской Федерации? Да, у нас в Государственной Думе действует команда шахматистов, которая участвует в спартакиадах между министерствами и ведомствами. И последние 2 года команда Государственной Думы занимает постоянно первые места. Ведутся уже переговоры о том, чтобы устроить встречу шахматистов Абхазии, парламента, депутатского корпуса Абхазии с нашей командой Государственной Думы. А шахмат турнир хрукша ходит в Амш Рыхтых. Ожи Амш Зепширахом. Хаугаты чизларец хауала, вот шепсные хедзанакуам, там тала, колы, вот вахлные жаве жиба, чилные жижебе, жижеве градуси шоура ходь. Амшинзакуандре, жибжиба градус. А куам шачейте накуй, там тала, колы, ралшойт вахлные жиек, чилные жижеве градуси шоура ходь.